Эфир телеканала «Беларусь-4» «Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Футбольный клуб «Гомель» проведет двухнедельный сбор на Кипре. 2 февраля «Зелено-белые» отправятся в Ларнаку. Базироваться команда будет в городе Айя-Напа. Под руководством тренерского штаба на Кипре будут работать 23 футболиста. Также в планах на южный учебно-тренировочный сбор 5 спаррингов. Соперниками будут молодежный состав швейцарского клуба «Янг Бойс», российские команды «Урал», «Тамбов» и «Крылья» Советов, а также польский «Рух» и «Схожего». Завершится сбор на Кипре 16 февраля. В Харькове состоялся международный турнир по боксу на призы мэра города. В соревнованиях приняли участие полсотни атлетов из Украины, Грузии, Марокко и Беларуси. Наша страна делегировала на турнир 10 боксеров. 6 из них представляли Гомельскую область. Турнир на призы мэра Харькова проводился в формате матчевых встреч, так что боксеры провели по несколько боев. Победы одержали Вадим Панков, Максим Веслоух, Владислав Смягликов и Дмитрий Доронин. В Могилеве прошел чемпионат Беларуси по дзюдо. Атлеты из Гомельской области без наград на главном республиканском старте не остались. У девушек сильнейшей весовой категории до 57 килограммов стала Ульяна Миненкова. 2 награды у спортсменок из нашего региона в весе до 63 килограммов. Серебро завоевала Янина Дубинина, бронзу Виктория Курлович. Обе девушки воспитанницы из Дюшор Гомельского района. Гомельчанка Виктория Новикова поднялась на 3-ю ступень пьедестала почета в весовой категории до 70 килограммов. 2 награды добыли мужчины. Сергей Короткевич и Егор Трухан выиграли бронзовые награды. Атлеты выступали в весе до 66 и 73 килограммов соответственно. В командном зачете Гомельская область заняла 5-е место. Победила команда Минска. В Гомеле проходит первенство области по вольной борьбе. Соревнуются спортсмены 2001-2002 годов рождения. Всего 135 атлетов со всего региона. 110 парней и 25 девушек. Первенство области – непроходной турнир. Это отборно-республиканский чемпионат, который также состоится в Гомеле. Удачное выступление на обоих стартах обеспечит место в сборной страны и путевку на международные соревнования. В общем, мотивация у спортсменов запредельная. Бороться есть за что. Проходит сейчас первенство области среди кадетов. Отборочное к первенству республики, которое пройдет 14-16 февраля в городе Гомеле, в этом же зале. Мы сейчас просматриваем нашу область, какие спортсмены будут претендовать на участие в отборочном республике 2001-2002 год на первенство Европы и первенство мира. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь-4.